ваши аплодисменты. Мне тоже нравится, когда они играют, и все это здорово. И тем не менее я остался на сцене один для того, чтобы на 2 минуты погрузить вас в мир кинематографа. Хочу, чтобы вы послушали мою музыку из голливудской картины «Saved Russian». Дело в том, что чтобы не просто вам было не скучно это слушать, я хочу вам показать фрагменты из этого фильма, чтобы вы представили себе сюжет, что это происходило в картине. На самом деле, то, что было там, было на самом, это и было на самом деле, это реально документальная практически история. История похищения влюбленной пары русской девушки и сына американского посла в Париже, во Франции. Этот факт имел место на самом деле в жизни. И история одновременно красивая, романтическая и жуткая. Одним словом, мне было интересно писать музыку для этой картины. И надеюсь, что вам будет интересно это послушать в исполнении Белградского и также Лос-Анджелесского симфонического оркестра. Приятного прослушивания, приятного просмотра. Фильм «Saved Russian». Скажи это по-русски.